Всем доброе утро. Маша хлеб заставила игру. Давай-ка. А перекусить чего-нибудь? Замешивай тесто, а ты что перекусить решил? Я хочу, что у нас есть. У Вани там идет информатика онлайн. Что у нас тут? Что у меня 15 что у нас английский. Там идет? Угу. Что у нас там идет? Где? У Вани? Ну да, что у Вани урок идет. Вот. Я кофе себе налила и апельсинчики вот эти крученые. А что у нас есть? А что вам надо? Что у нас есть поесть? Ну а ты говори, я все тебе сделаю, все, что ты захочешь. Обожаю колбасу. Ой, то есть сосиску пожарь с яйцом. Ты будешь кушать, да? Да. Угу. Я сегодня борщ собралась варить, не знаю. И сейчас, наверное, пойду помою голову, мне когда кажется, вот... Вымешиваю, чтобы вот эта вот тарелочка, когда я вымешиваю, чтобы не было вот этого всего вокруг. Помою голову и этим маской нанесу, похожу. Вот так что... Вот так. Так, ладно, сейчас Гоше будем яичко жарить. А я что буду? А ты что будешь есть? Там есть лапша, там есть еще молоки остались чуть-чуть, там есть пирожки. Что, у нас кушать нечего, что ли? Так. Масло. Все, пускай разогревается пока. Ну что, смотрите, у меня тесто уже как поднялось. Опа. Сейчас уже можно, в принципе, стряпать. Чуть передержишь, и тесто начинает перекисать и отдавать дрожжами такими кислыми. Так что не стоит. Сейчас уже буду, в общем, в расстойку ставить, чтобы поднималась на противне. Так, что у меня здесь? Борщик. Мяско кипит все. Так. Вот здесь надо прибрать. Хлеб не убрали. Здесь квас процедила. Вот. В общем, картошку начистила. Дети делают уроки, сама все готовлю. Сейчас порежу. Я уже сделала маску, смыла. Сейчас нанесла патчи, в общем. Все, и одно, и другое за все хватаешься. Вроде пока все получается. Ну что, хлеб вот так вот у меня поднялся. Духовка у меня уже разогрелась. Сейчас ставлю на 190 градусов на 40 минут. А здесь уже, видите, картошечку нарезала пока. Туда-сюда делать нечего, да? Свеклу с морковью, еще остался лучок. И все, мясо кипит, пускай кипит. Сейчас отправляю хлеб и попью чаек пока. Ну что, хлебушка у меня уже постряпанный, все, смотрите. Еще горячий. А вот, тут у меня капусту только что опустила. Сейчас буду картошечку дальше отправлять. Там Гоша там что-то бегает. А сейчас подмела на балконе. Опять пыль, грязи столько насыпалось. Это вообще прямо... Ну, потом еще подотру и все. На улице сегодня так. И тепло, и не тепло. Но хотя бы этого ветра бешеного нету, как вчера. Пыль столбом. Это был ужас. Вот. Ну, вот говорили, что выходные дни так немного такое легкое послабление тепла. А потом вроде бы должно опять все наладиться. Вот. Так, ладно, буду отправлять картошечку. Сейчас открою крышку. И отправляю картошечку, воду слила. В общем-то,
все. Это можно. Сейчас помешаем. Ну, такой нормальненький. Не густой и не жидкий. Такой прям само оно. Так, все, крышечкой накрываем. Пускай дальше кипит. А я буду, наверное, сейчас ополосну тарелочку и морковку зажариваю. Там у меня пока еще кипит. Здесь я отдельно буду зажаривать лук с морковью. В общем, обжарю и кастрюлю. Сейчас отдельно натру свеклу и буду отдельно обжаривать и покажу, как, что и как буду делать. Так, ну что, отправляю. Немного у меня обжарилась, точнее, хорошо обжарилась морковочка с лучком. У меня томатной пасты нету, я буду добавлять кетчуп. Приблизительно где-то, ну, такое количество. И аджику. Аджика Махеев очень хорошая, вообще замечательная. Где-то, ну, приблизительно чайную ложечку. Все, перемешиваем. Ну, пускай обжаривается. Сразу запах какой пошел. Супер. Отлично. Так, первую зажарочку я отправила здесь. Уже говорила, морковка, лук, аджика и томатная паста. Или кетчуп, как у меня. Так, здесь налила масло. Я отправляю свеклу. Она мне немножечко обжарится. Потом покажу, что буду дальше делать. Так, девочки, не засняла. Рассказываю, что делала. В общем, обжарилась у меня свекла. А я туда добавила столовую ложку сахара. Она мне немножечко обжарилась. И столовую ложку 9% уксуса. У меня все перетушилось. И я отправила все в борщ. Все, сейчас я порежу немножечко чесночка и зелени добавлю. Ну все, и борщ готов. Борщ я сварила. Сейчас покажу. Все, добавила зелень, чесночок свежий. Все, борщ очень вкусненький. Так что сейчас накроем крышечкой. Настоится. Ну все. И готово. Кушанье. Так, сейчас помою сковородку от зажарки. И все, в принципе, готово. Не знаю, сегодня, может быть, блины пожарим, да, сегодня, не знаю. Вечером и утром где-то будет это слайд. Да, потому что Маша на технологию, да? Завтрак. Какой завтрак у них? В общем, хочет блины с вечера приготовить. Да? Вечером сфотать и утром отправить. Ну, вот так. А у нас дым, что ли, да? Какой-то или что? Ну-ка. Точно что-то горит прямо. Не видать вдали города. Так. Ой-ой-ой. Ну, все, ладненько. Сейчас помоем сковородку. Мы уже дома. Мы погуляли немного на улице. Точнее, даже очень много. Мы, наверное, с 3 до 7 на улице были. Как-то так незаметно и время прошло. Мы потом, я Гошу завела домой. И мы быстро с мужем съездили до светофора, смотались на машине. Купили, сейчас покажу, в общем, что купили. А Маша тут у меня блины стряпает. Завела тесто. Ну, как сам, все сама делала. Немного с комочками, но пускай. Я говорю, я уже переправлять ничего не буду. Я завожу, я знаю, как без комочков, но я ей все показывала, я ее курировала, но у нее все равно вот она плохо размешала, и так получилось. Ну, ладно, пускай. Учится рано. Еще, Маша, не переворачивай, когда краешки немного будут. Вот коричневые. Нет, еще рано. Так, ну что, все, сейчас покажу, что купили. Так,
По мелочам. Сейчас покажу. Я думаю, что... Ну-ка. Вот, смотри, уже коричневая. Ну вот переворачивай. Нет, еще немножко пускай поджарится. Так. Купили яблок немножко. Купили. Вкусное, невкусное, не знаю. В общем. Так. Две упаковочки сосисок взяли. Сосиски хорошо идут. Вот. Сразу, чтобы были. Потом упаковочку сметаны, так как я сегодня борщ варила. Так. Взяли 6 упаковочек сока. Ну, это на улицу мы будем брать. А сок 21 рубль, по-моему. Совсем недорого, в общем. Я сегодня... Ну, ничего страшного, я сегодня такой купила за 25 рублей по акции. Вот именно прям такой яблочный Гоши. Так что это у Мариера купила, а здесь 21 рубль. В общем, взяли 6 штучек. Каждый день надо взять и попить. Ну, мы и компотик, и сок, в общем, и то берем. Потому что ребенок побегал, все равно пить хочется. Купила упаковочку кирешек, что-то кушать так захотела, поехала. Мы на улице, я говорю, сегодня долго были, я голодная поехала и руки протерла, открыла и так несколько штук съела и все. А еще заехали в Фикс Прайс быстренько, Гоше нужно было купить новую пасту и щетку. Тут 2 в 1, 77 рублей, сейчас покажу. Так, сейчас... Откроем, покажем. Как это выкинуть. В общем, такая паста. И щеточка новенькая. Ну, вот. В общем, вот так. И упаковочку салфеток на улицу брать, чтобы большую упаковочку не брать, а маленькую раз и все. Ну, все, в общем, такие покупочки у нас здесь. Где-то 1000 с небольшим. В светофоре 900 с чем-то, и за это 90 с чем-то рублей получилось. Чуть-чуть масла, много не ложь. Вот достаточно этого кусочка. Ладно, сейчас все уберу. Так, давай, ты или кириешки ешь, или жарь блины. Жарь. Давай, жарь. Хорошо, когда берешь, здесь вот так вот хорошо размешивай, чтобы тесто все равномерно было, и бери сковородку, на серединку лей и разливай. Прям вот быстрее ручкой шевелись, чтобы все распределялось. А ну там у тебя теста много, не надо, сильно толстые будут. Так, мы купили еще упаковку молока, вот потому у меня и столько получилось. Вот, я вам сказала, 900 с чем-то. Так, сейчас так посмотрим, что там Маша сделала. Ты чего? Ты нажарила уже? Так, а что, надо печку протереть, всю помыть. Печка он грязная. Я пить хочу. Так, вот этот паильник тоже надо вымыть. Это все там... доели? Нет. Масло все съели? Нет, тут ничего. Все, мой, убирай. Масло убирай в холодильник. Вот. Так что все, молодец. Понравилось? Очень. Буду сейчас отправлять учительнице. Ну давай, фото, конечно. Молодец. Ну что, на этом будем заканчивать наш влог. Да. Всем до свидания. Всем пока-пока. Увидимся в следующем видео. Берегите себя.